И вот так от 700 килограмм до тонны каждый рейс мы навезем камешки для нашего памятника.
Да, столь необычно ночью в свете фар четырех машин мы еще никогда не открывали наши памятники. Сделаем, как велит нам совесть, наше понимание долга, смысла и человеческого участия. Саш, давай стопочку поставим. Внизу, да, Кот, внизу, внизу, ставь сюда. Хотя, можно, знаешь что, можно, да, кассу подложить. Краю хлеба. Взяли? Да. Сигаретку. Накрой, Саша, накрой. Накрой, да. Сигаретку положи. Устойчиво поставь, да, вот так. Сигарету положи. Не, не надо, наверное. Просто положи, да. Все, пойдем. Да. М? Да. Что? А, да, да. Держи тогда. Держи. А придется это убирать. Давайте берем. Ну что, снимем сейчас стрейч-ленту. Обнажим все, что есть. Сделаем по уму. Возникла новая идея светленькое поставить тоже. И она уже начала реализовываться. Ну, в принципе, уже осталось только утвердить проект. Я думаю, что к следующему нашему приезду мы тоже там установим памятник. Это будет плита от пулемета «Максим» с такой же табличкой, только в белом исполнении. Второй экземпляр, который привезли. Thank you.
27 августа. Все разъехались, я остался один. Только что попрощались с дедом. До скорой встречи, бойцы. Здесь, в Карбуселе, на поле боя. Мы вернемся.